Привет еще раз, Андрей. Если можешь, тогда повтори, пожалуйста, все, что ты говорил. Я поставил на видео, и с твоего разрешения это на канале ГУЛАГу нет. Напишу тогда с учетом того, что это очень важная новость, потому что каждый день меня спрашивают, где Андрей Медведев, что с ним. Очень многие люди переживают за тебя, особенно после того, что ты рассказал. Доехал до спокойно до Мурманска, познакомился с очень хорошим человеком. Привет, огромное большое спасибо, да, поймет с Мурманска, если он будет это смотреть, он по-любому наблюдает. Огромное спасибо большое прям за помощь. Вот. Добрался до границы за никель. Короче, перешел границу, зашел в Норвегию. После меня встретили пограничники норвежские и полиция. Ну, как встретили, я зашел, никого так и не увидел, подошел в дом, первый попавшийся, постучался, вышла женщина на ломаном английском, объяснил ей, что мне нужна помощь, что вызвали полицию. Она окей, окей, закрыла дверь. Все, я пошел по дороге, буквально там на километр, может, 3 отошел по трассе от самого населенного пункта. Меня отогнала машина на норвежские пограничники, и норвежская полиция подъехала. Меня доставили в отделение, опросили, предъявили обвинение за незаконное пересечение границы. Я объяснил, в связи с чем это сделано было. Потом в этот же день, ну, меня ночью доставили, на следующее утро опросили. В этот же вечер сказали, вы будете высланы на самолете в Осло. Вот. И сейчас я вот нахожусь в Осло, в Норвегии, в центре для содержания иностранных граждан, ну, мигрантов, короче. Слушай, ну я тебя, во-первых, Сегодня... поздравляю, Андрей, с тем, что тебе удалось бежать. Ты на территории, в любом случае, страны демократичной, которая уважает и соблюдает права человека. Расскажи, пожалуйста, как процесс вот пересечения границы проходил, и не было ли чего-то со стороны вот российской какого-то акта агрессии в отношении тебя, когда ты уходил? Когда, ну, я, получается, прям с дороги сошел, метров 10 прошел, перелез через два забора. Я был в бас-халате, в белом. Вот. Перелез через два забора, прошел лесок, и только вот когда уже выходил там, как я не знаю, залив это или озеро, что-то такое, короче. Я вот когда выходил уже на лед, я услышал лай собаки, повернулся, смотрю, люди с фонариками где-то на расстоянии, может, 150 метров, бежали в мою сторону. Я развернулся, в противоположную сторону побежал вдоль леса, потом... Ну, сначала хотел напрямую через люк, увидел, что там еще где-то местами вода есть, что не совсем застыла. Я вдоль леса побежал, думал, туда поближе, где уже, ну, более крепче лед. Услышал два выстрела, пули прям просвистели так рядом, я достал, сломал телефон, выкинул в лес. И развернулся, и прям через лед побежал на свет там, домов, там буквально, может, расстояние где-то километра 2, 2,5 было. Вот, и я просто бежал, 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 но они, видимо, за мной побоялись бежать. Собаку отпустили, она, как я понял, там запуталась где-то в путанке, в проволоке, в сугробе. Вот, и я бежал, бежал, бежал через лед, они, видимо, побоялись бежать из-за того, что, ну, лед был тонкий, действительно, я бежал, он прям местами где-то продавливался чуть-чуть. Вода была сверху чуть-чуть, ну, над льдом. Все, вот, добежал уже до населенного пункта, где вот, как и объяснял То есть, раньше. по сути дела, в тебя стреляли, и тебя чуть не убили российские пограничники. Ну да, ну у них же, они же имеют право А через путанку как тебе удалось перебраться? Все-таки это очень серьезные такие препятствия. А я разорвал весь масхалат через вот именно этот забор, когда лез. Раздвигал где-то частями один кусок проволоки, просто от забора вырвал. Вот. Там чисто колючая проволока, она как крест-накрест, линиями, короче, вот так. И все потом раздвигал, переладил между ними, короче, где-то под забором, вот под вторым, я под вторым забором прям прополз под снегом. Нет, завтра, сегодня приезжал ко мне следователь по особо важным делам, который расследует военные преступления. Вот, но с учетом того, что адвоката не было, и с учетом того, что я уставший, потому что меня только вчера вечером привезли, я лег спать, я не смог, не успел ни помыться, ни постираться. Вот.
сегодня проснулся, меня сразу с утра вывели, и пока мы вот это решали вопрос, пока созванивались с адвокатом, я, честно, вымотался, и они говорят, вы сегодня устали, давайте все перенесем тогда на понедельник или на вторник. Вот, а завтра должна уже проходить регистрация, ко мне приедет какая-то там комиссия, которая будет меня регистрировать по вопросу о политическом убежище. Я сейчас ставлю на запись, и, Андрей, если можешь, тогда, пожалуйста, с учетом того, что эту запись посмотрят тысячи, а может быть и сотни тысяч, или даже там больше миллиона человек, и это имеет огромное значение не только для твоей жизни, но и для всего мира, твои показания и для международного расследования. Пожалуйста, скажи то, что ты хочешь сказать сейчас всему миру, в связи с чем ты покинул Россию, почему ты запрыгнул, можно сказать, да, в Норвегию, и вот о своей позиции расскажи, пожалуйста. Из-за чего я сбежал с России, ну, это всем уже известный факт, наверное, после всех публикаций, интервью, то, что в действительности за мной гонялись бывшие работодатели, так скажу в кавычках, компания ЧВК «Вагнер», Пригожин, его банда, ФСБ России, они там подключали уголовный розыск Российской Федерации, там, ну, при Министерстве внутренних дел. Угрожала опасность в том, что я буду схвачен, то, что меня убьют, то, что пристрелят или еще хуже, как с мужем поступят, просто в казнь кувалды. Вот, я очень на самом деле рад, что я оказался в Норвегии. Это действительно прям на самом деле. Я увидел их отношения, увидел, как они себя ведут со мной, общение, условия вообще пребывания бытовые, где я нахожусь. Вот. Огромное вообще спасибо, что мне помогали очень-очень много людей. Очень много людей, включая, еще раз повторюсь, очень сильно надеюсь, что те показания, которые я в последующем дам, они сыграют ключевую роль в расследовании против самой компании, против там массовых расстрелов. Очень надеюсь, что многим матерям, сестрам, братьям, может, дочерям, ну, детям, мои показания и то, что я буду говорить, тоже поможет найти своих мужей, а возможно и добиться, может, какой-то мести в отношении Вагнера за смерти близких людей. Вот. Ну, в принципе, я сейчас намерен обратиться к властям Норвегии с запросом на политическое убежище, чтобы получить статус беженца. Ну и, соответственно, дальше уже действовать в рамках вот предусмотренных по дать показания и ну, какие-то там мероприятия. Андрей, если можешь, если позволишь, я задам три коротких вопроса. Первый, ты готов будешь сотрудничать с международным расследованием, с офисом прокурора Международного уголовного суда в Гааге, с теми следователями, которые в Норвегии и в Европе занимаются расследованием военных преступлений и преступлений против человечества и человечности, ты готов будешь давать на следствии и в суде показания о том, что тебе известно о террористической организации, по сути дела, так называемой ЧВК Вагнера, и о преступлениях самого Евгения Пригожина? Да, да, конечно, готов, да, готов помочь. Два коротких вопроса. Показания. Правильно я понимаю, что ты своими глазами видел, когда происходили групповые, по сути дела, массовые расстрелы тех, кто отказывается принимать участие в войне, и тех, кто не слушался и не выполнял все командиры вот так называемой ЧВК Вагнера? Да, да, видел. И правильно я понимаю, что ты... Я понимаю, дело в том, что я старался, говорю, избегать таких мероприятий, и я стоял со стороны вдалеке, но я прекрасно все видел. И правильно я понимаю, что ты сможешь там, с помощью там, Google карт и других документов помочь определить местонахождение, вот, место происшествия самих вот этих убийств, расстрелов, и, соответственно, ты можешь
помочь с определением приблизительно тех мест захоронений, где вот убитых россиян хоронили в земле? Ну, все, что будет от меня требоваться, и все, что будет в моих возможностях, я это все могу показать, что, конечно, оказать содействие, и дабы это, ну, пошло на пользу. И последний, наверное, вопрос, да, с учетом того, чтобы все-таки многие поняли, о чем идет речь. Правильно я понимаю, что ты был командиром того отделения ЧВК «Вагнер», где, куда был прикомандирован заключенный из рязанской колонии номер 3 Евгений Нужен? Ну да, я же говорил уже об этом. Позывной у него кусок был. Ну, фамилию я узнал только после, когда уже в интернете шумиха произошла, потому что мы там не знаем ни имен, ни фамилии, знаем только позывные. Вот, и... Когда, да, и извини, да, момент такой, когда ты проходил вот, службу, когда ты принимал участие в «Вагнере», вот, вот этот контракт с 6 июля по 6 ноября 2022 года, в какой должности, в какой, ну, какая позиция у тебя была в «Вагнере» в этот период и какой был позывной? Какая позиция, в смысле? Ну, должность какая у тебя была? Ну, я был в должности командира моего отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда. А номер отделения ты помнишь? Номер отделения ты помнишь? Командиром первого отделения. Да, просто да, связь неразборчиво была. А кто был командиром 4-го взвода и кто командовал 7-м штурмовым отрядом «Вагнером»? Командиром 4-го взвода был Прайс, ну, позывная у него Прайс. Мы не знаем имен фамилии, мы знаем только позывные. Вот, Прайс. А командиром 7-го штурмового отряда был Барин. 6 июля по ноябрь месяц, по 8 ноября. Ну, состоялся, был в «Вагнере». А до этого у меня была срочная служба в армии, в нашем Министерстве обороны. Алло. Да-да, я внимательно слушаю и записываю. Была срочная служба в армии, в 2014 году уходил на срочку. По срочке уходил у нас там, ну, официально по приказу, у нас было усиление границ Российской Федерации в связи с военным положением на территории, на сопредельной территории с Российской Федерацией. И, ну, фактически, как бы нас запускали недалеко от границы, мы там, ну, посты, ну, такая вот тематика. Это со стороны Украины было, да? Ну, да. Ну, это вблизи границ, там как раз развивались боевые действия рядом. Вот, и... Я понял, хорошо. Еще раз тогда вопрос. Ты даешь разрешение на публикацию вот этой записи, вот той информации, которую ты сообщил о том, что ты теперь в Норвегии, и о том, что ты запрашиваешь политическое убежище и готов давать показания? Да, даю добро. Чего ты опасаешься и что они делают с такими, как ты там? Я опасаюсь мучительно умереть. Очень сильно. А что делают? Убивают? А как? Ну, я для них говорящая голова. Зачем это им надо? Я вообще, знаете, честно, я чудом считаю, что у меня все вот так вот получилось. У меня получилось выйти оттуда. У меня получилось несколько месяцев скрываться там. И у меня получилось именно приехать сюда. Это, ну, вам не кажется? Мне кажется, чудо на самом деле. Реально чудо. Но это так и есть. И я уверен, что то, что там сверху, да, небеса, Бог, да, по сути дела, да, судьба, жизнь дает тебе шанс на новую, хорошую, честную жизнь в демократии, в стране, где соблюдаются права человека, где уважается закон. И я очень надеюсь, вот, ну, и от команды «ГУЛАГу нет», и от New Dissidents Foundation мы тебе желаем, чтобы действительно ты остался в безопасности, чтобы у тебя была возможность принимать участие в международном расследовании, чтобы ты своими показаниями помог разоблачить вот эти вот преступления Евгения Пригожина и его сообщников. Да. Хорошо. Ну, тогда я запись останавливаю. Тут вообще такие условия, ты бы видел.
я не знаю. Я тебе говорю, я уже это прям следователю говорю, всем говорю, может, что это все-таки вы в России тоже там такие же условия порядки наведете, такие же. У меня в комнате плазма над кроватью, душ, туалет, холодильник, тут всякие соки, шмоки, всякое. Ну, понял такое, короче. Ну, конечно, комнату закрывают без 10:08. А в 9:30 ее открывают, и то есть ты тут спокойно передвигаешься по территории, там спортплощадка есть, прогулка, короче, ну. Да. Такая. Да. Действительно, человечные условия, современные. Хорошо, ну, тогда да. С твоего позволения, тогда давай я сейчас запишу этот номер, завтра тоже от тебя жду звонка, это, и я тогда отвечу, это, вот нет, смотри. Ну, смотри, я с этого номера не могу звонить, ты не можешь на него позвонить. Только я могу, но смотри, у меня просто всего 105 минут на неделю выдано. Угу. Хорошо. Вот. Я сейчас запишу номер. Смотри, в чем проблема, Вов. Да. Если есть кто-то у тебя в Норвегии, они могут мне привезти какой-нибудь спортивный костюм и кроссовки? июля 2022 года я подписал контракт с данной компанией Убол на направление Сальск, Украина. По распределению попал 7-й штурмовой отряд, 4-й взвод, где меня назначили командиром отделения, 1-го отделения. То, что именно там происходит, в августе месяце начали привозить заключенных на военную службу с разных колоний Российской Федерации. Вот. И в целом, как было раньше отношение, как стало с приездом заключенных, изменилось. Как-то за людей перестали считать, кидали в прямом смысле в мясо, то есть там, вплоть до того, что с автоматами на бронетехнику шли на штурм, на наступление. Вот. Заключенных количество, каждую неделю было пополнение с приезда новых заключенных. Вот. И потери, расходы большие на самом деле. Примерно можно назвать сумму количества убитых? У нас за один день, за одно наступление могло быть 15-20 200-х, только в нашем взводе. 200-х? В вашем взводе? Да, только в нашем взводе. Ну, насколько мне известно, достоверно известно, что часть заключенных хранили на месте, территории ЛНР, их подавали как без вести пропавшие, потому как с юридической точки зрения по страховке выплачивается по смерти человека близким родственникам, только если смерть действительно там наступила, тело было опознано и передано родственникам. Когда без вести пропавший, соответственно, никто никаких денег платить не будет, страховые взносы тоже. И, в принципе, рабочая схема, зачем тратить деньги, такие большие деньги, потому как страховая компания столько не выплачивает за такой объем. Вот. Просто подавали как без вести пропавший и, соответственно, сообщали родственникам, что тела нет. В основном это было с отказниками или кто совершал попытки к бегству или переход на другую сторону. Вот, ну, данная история, допустим, как с Нужиным, мне кажется, уже всемирно известная. Он был в моем взводе, в моем отделении. Вот. Ну, меня в этот день контузило, меня эвакуировали с позиции. Вот, и в этот вечер они пошли выносить 200-х. Его отправили за носилками, и он... Ну, совершил переход на другую сторону. У нас там расстояние между позициями было 30-40 метров. То есть между нашими и противником. Вот, отправили за носилками, он совершил переход, после чего вот, ну, появилось видео на Ютубе, где его уже опрашивает украинская сторона. В целом, мне известно достоверно о трех расстрелах заключенных, именно которые пытались совершить попытку побега с госпиталя. По ранению. И, соответственно, известно о 10 расстрелах. Это именно привозили на полигон к прибывшим заключенным, где, ну, показательно, вот предатели, вот отказники, вот смотрите, что может быть. Прилюдно. Прилюдно, да. Это непосредственное распоряжение руководителей. Поэтому было бы глупо, наверное, докладывать своему руководителю о том, что они творят. Вот. Я высказывал свое недовольство неоднократно, то, что я и людей в мясо вести не буду, потому как там приезжают не подготовленные бойцы, в основном часть из них это физически слабые люди, старики, мужики, у которых там гепатит, ВИЧ, болезни, которые физически не могут
пройти там данную дистанцию, допустим, или какую-то выполнить поставленную задачу. Высказывал недовольствие по факту расстрелов, которых нас призывали в случае отказа прямо на месте расстреливать. Меня увозили в СБ, улупили, яма. Всем здравствуйте, меня зовут Андрей, фамилия Медведев. Я являлся сотрудником компании ЧВК «Вагнер». 6 июля 2022 года мной был подписан контракт сроком на 4 месяца. После подписания контракта я убыл на направление Сальск в зону СВО, специальной военной операции на Украину. Дислоцировались мы в Луганской области. Непосредственно участвовали в боях под городом Артемовск. По распределению я попал в 7-й штурмовой отряд, 4-й взвод. Был командиром отделения, 1-го отделения. Компания в одностороннем порядке изменили контракт, продлив до 6 месяцев, не спрашивая на то мое мнение, после продлили до 8 месяцев. В последующем я самовольно убыл по месту своему пребывания. Связано это, скорее всего, наверное, с тем, что мне не очень нравится, что там начало происходить, а именно после начала поступления осужденных на военную службу. Вот. Странные вещи, убийства от своих же сотрудников, от службы безопасности Вагнера, осужденных. Тупые приказы, которые давало наше командование, бросая нас на мясо, на танки с автоматами. Отношения, оскорбления, избиения. В целом, в данной ситуации, конечно, многом сожалею, что я согласился вообще туда поехать. Что сделал, то сделал. Я хотел бы обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, хотел бы обратиться к начальнику Следственного комитета Российской Федерации, к генеральному прокурору Генеральной прокуратуры России, к директору Федеральной службы безопасности. Прошу вас оказать содействие. После моего самовольного ухода меня службы безопасности Вагнера начали преследовать во всех возможных формах, гласных, негласных. При этом подключают ФСБ к моему розыску, подключают органы Министерства внутренних дел, уголовный розыск. Я в настоящее время опасаюсь за свою жизнь и здоровье. Я не совершил какого-либо преступления. То, что я отказался участвовать во всех вот этих вот непонятных маневрах Евгения Пригожина и каких-то еще его приближенных лиц, по мне, так это справедливо, потому как все-таки живем в гражданско-правовом государстве, придерживаемся Конституции Российской Федерации и сопутствующих законов. Я не совершил, повторяюсь, никакого преступления. Прошу оказать содействие, чтобы в отношении меня были прекращены какие-либо розыски, преследования, угрозы. Также прошу оказать содействие, чтобы освободили парней, которых задержали в связи с моим уездом из моего круга, с моего отделения, с моего взвода. И также прошу Федеральную службу безопасности в отношении компании ЧВК «Вагнер» провести проверку по факту совершаемых там преступлений и дать юридическую оценку, привлечь к уголовной ответственности виновных лиц. Большое спасибо.